Активная молодежь Ульяновской области вовлечена во многие политические процессы. Гражданская позиция этой категории граждан, несомненно, важна в выборах президента России, которые состоятся уже 18 марта. Ведь выбирая президента, мы выбираем будущее, а будущее за молодежью. Молодежь собралась во Дворце творчества детей и молодежи, чтобы узнать о тонкостях голосования. Среди присутствующих большинство тех, кто в этом году впервые пойдет на выборы. На самом деле, мне кажется, что каждый член нашего государства должен выполнять... Вернее, пользоваться этим правом, которое ему предоставлено. Потому что это действительно важно. Это не какая-то агитация, я действительно так считаю. И если мы не воспользуемся этим правом, потом впоследствии сами же будем от этого страдать. Для ребят провели экскурсию по избирательному участку, показали и рассказали о процессе голосования и предложили попробовать себя в качестве избирателя здесь и сейчас. Конечно, на тренировочных бюллетенях. Мы сегодня пригласили на такую нашу встречу, что ли, я не знаю, может быть, на демонстрацию, на показ вот того, всего того, что будет происходить на избирательном участке, все новинки наши технические, там, и комплексы обработки избирательных бюллетеней, там, и видеокамеры, чтобы показать, как это все будет выглядеть. И вот сейчас вот молодежь как раз голосует с помощью КОИБа, большой интерес вызывает, вот, то есть все они не просто видят, а и сами ощущают, сами пробуют, сами голосуют. КОИБ или комплекс обработки избирательных бюллетеней – это электронное устройство для подсчета голосов избирателей на выборах в России. 140 избирательных участков Ульяновской области будут оснащены такими устройствами, что значительно упрощает работу избирательной комиссии. Намного упрощает и ускоряет процесс подсчета голосов избирателей. При этом они при помощи контрольных соотношений они еще и контролируют цифры, которые вводятся в протокол. И еще одно преимущество – это выдача копий протокола. С этим раньше тоже были проблемы. Среди участников мероприятия и Евгений Карась. Прошлым летом он сам участвовал и победил в президентских выборах на форуме «Юрволга». Он как никто понимает, как важны голоса избирателей для кандидатов. Я думаю, я испытывал то же, что и испытываю сейчас кандидатов в президента. Мне нужен каждый голос каждого человека, ведь от этого зависит, выиграю я или нет. И нужно каждому человеку, который идет на выбор, понимать, что их голос может быть решающим. После увиденного, надеются организаторы, у молодежи появится больше доверия к выборному процессу, а гражданская позиция только укрепится. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.